Петроград. Совет народных комиссаров. Товарищу Бонч Бруевичу. Сегодня, 15 января 1918 года, установлено, что неизвестными лицами похищены национальные сокровища России, хранившиеся в патриаршей ризнице Московского Кремля. Для расследования вышеуказанного ограбления создана специальная группа под руководством заместителя председателя Совета милиции Москвы товарища Косачевского. Возвернем, папаша, на то не имей сомнения. Пойди, пойди. Бабуша, в стороночку. Товарищ Косачевский, вас ждут. Идемте. Позвольте русский ведомости. Гражданин Косачевский. Кто угодно. Мне, как корреспонденту русских ведомостей, желательно бы задать вам всего лишь один вопрос. Только сначала я вам задам один вопрос. Как вы проникли в зацепление? Ну, проявив некоторую изобретательность. Да, так вот проявите ее еще раз и проникните, пожалуйста, обратно. Ну как же так можно так Артюхин, это же совершенно возмутительно. Я не понимаю этого. Разрешите представиться. Инспектор уголовно-розыскной милиции Борин. Профессор изящных искусств Карташов Дмитрий Степанович. Эксперт. Косачевский. Я могу быть свободен? Да, пожалуйста. Попрошу вас составить опись всех ценных предметов, похищенных из резницы. Когда вам это потребуется? Через час. Однако ж. Тогда прошу меня извинить, и я в Ситадельном доме. Хорошо. А когда именно была ограблена резница? Время установить не удалось, потому что архимандрит Дмитрий резничий редко посещал резницу. Но ограбление обнаружено вчера. Вчера? А почему же нас поставили об этом в известность только сегодня? Видите ли. Вы спросили об этом архимандрита Дмитрия? Я считал это неудобным. А вообще расследовать дело об ограблении вы считаете удобным? Леонид Борисович, видите ли... Вижу. Где архимандрит? Здесь? Вот он.
Почему вы только сегодня сообщили об ограблении резницы? В церковной иерархии существует такая же субординация, как и в светской. Узнав об ограблении, я счел своим долгом сначала поставить в известность патриарха. Но вчера он был в Звенигороде. А почему вы так редко навещали резницу? Я считал, что в слишком частых посещениях нет особой необходимости. Вы будете нас сопровождать при осмотре резницы? Меня ждет патриарх. Вас проводят. Ну что ж, тогда не смею вас задерживать, Александр Викентьевич. Вы знакомы с его преподобием, Леонид Борисович? Без малого 20 лет. Он преподавал у нас в семинарии. Проходите. Светотатцы. Господи, Сакас, первого патриарха всея Руси, святейшего Иова. А здесь был Иоанн Златоуст. Что за Иоанн Златоуст? Красный алмаз. Клад Петра Первого. Индусы делят драгоценные камни на касты. Высшая каста – брахманы. Это бесцветные камни чистейшей воды. Но красный алмаз возвышается даже над брахманами. Простите, с кем имею честь? Кербель. Федор Карлович Кербель. Ювелир патриаршей резницы. Выпилена решеточка. Угу. Наблюдателен ты, Филимон Парфентьевич. Здравствуйте, товарищи. Здрасте. Революционный привет. Позвольте представить. Субинспектор Сухов, агент первого разряда, Волжанин. Так точно. Подхарчиться не желаете? Леонид Борисович Косачевский лично будет руководить расследованием. Спасибо. Товарищ Сухов и товарищ Волжанин, еще раз тщательно осмотрите двор под окнами резницы. Помогите им, товарищ Артюхин. Хорошо, Леонид Борисович. Медные, что ли? Золотые. А, для форсу. Пехота в брашпиль твою. Они, ежели хочешь знать, мне в награду за революционные подвиги вставлены. За место утерянных в кровавой схватке. И не для форсу, а для жевания. Ящик с сырой землей. Для чего это? Для самоцветов. Простите, вы в цирке никогда не работали?
Нет. В цирке я никогда не работал. Я работал ювелиром. А в цирке, молодой человек, я никогда не работал. Ну так для чего же этот ящик? Вы умрете. И я умру. Все люди умирают. А камни, они бессмертны. Но некоторые из них стареют. Чтобы вернуть молодость березе, ее кладут в горячую мыльную воду или дают проглотить гусю. А некоторые камни лечит сырой землей. Вот земля и возвращает им молодость. Скажите, в день ограбления в ящике были камни? Да, да. Они тоже похищены? Нет, они целые. Очевидно, среди грабителей не было людей, сведущих в ювелирном деле. Какова, по-вашему, общая стоимость всех похищенных камней? Красоту, как и Божью благодать, нельзя исчислить деньгами. Вот скажите мне, сколько стоит небо, солнце, звезды? Солнце и звезды не выставляют в витринах ювелирных магазинов. Скажите, сколько бы, по-вашему, заплатил за все похищенные камни торговец ювелирными изделиями? Ну, 25, может, 35 миллионов золотых рублей. Миллионов? В патриаршей ризнице было одно из лучших в мире собраний драгоценных камней. Изволите для начала протоколы изучить? Нет, не изволю. Хочу послушать вас. Как прикажете. Но почитай своим долгом сообщить, что хвастать покуда нечем. Извините, одни бумаги. Что же, преступники не оставили никаких следов? Отнюдь, этого я утверждать не могу. Следов хватит на 10 ограблений. Мне, например, удалось обнаружить отпечатки пальцев. Господин Волжанин высказал небезынтересную идею относительно узлов на решетке. Узлы морские, так называемые рифовые, следовательно, можно предположить, что один из грабителей имел какое-то отношение к морскому делу. Но извините, что со всем этим прикажете делать? Картотеками регистрации уголовников мы не располагаем. Они уничтожены. В марте 17 года революционными массами. Агентуры мы тоже лишились. И, наконец, я прошу учесть обстановку, которая сейчас сложилась в Москве. Господин Косачевский, тысячи, я повторяю, тысячи преступников. А мы не можем не только их всех поймать, но даже зарегистрировать преступления. Извините, но мы беспомощны. Да революция твердо знал. Это карманник, и он никогда не пойдет грабить. Это домушник, а теперь карманники занимаются бандитизмом. Домушники идут на мокрые дела. Хватит. А? Что хватит? Хватит заниматься пустословием. Господин Косачевский, позвольте мне... Нет, не позволю, господин Борин. Вы говорите очень долго и пока еще не сказали ничего, что представляло практический интерес. Извините, я привык дорожить своим временем. И не намерен выслушивать ваши мысли по вопросам, не имеющим отношения к дознанию. Как вам будет угодно. Итак. Итак. Взгляните на эту вещицу. Я думаю, что она будет представлять для вас практический интерес. Я обнаружил ее под окнами ризницы, и в описи похищенных вещей она не значится. Это что же, герб владельца? Очевидно. Ну вот это уже зацепка.
Чей это может быть герб? Господа, сейчас к вам выйдет митрополит Антоний Храповицкий. Ваше Высокопреосвященство. Ваше Высокопреосвященство, мы уверены, что все христиане Великобритании, Франции, Американских Соединенных Штатов, узнав о таком неслыханном кощунстве, разделяют скорбь Русской Православной Церкви и всего русского народа. Мы надеемся, что все похищенное будет найдено. Не забывайте, господа, о тех ужасах, которые ныне творятся на Руси Святой. Простите, вы хотите сказать, что большевики не заинтересованы в розыске похищенного? Так? Ваше преподобие, вы тоже считаете, что большевики не заинтересованы в розыске похищенного? Нельзя пытаться предугадать будущее. Все во власти Божьей. Отходите, берите! Отходите, граждане Свободной Республики! Получайте, анархист, опять где-нибудь склад экспроприировали. Хамовник, небось. Эй, Борис, я пойду позвоню дежурному. Да, ну, поздно звонить-то. А вдруг? А ну, позвольте пройти. Позвольте. Здравствуй, Александр Сергеевич. Здравствуй, Леонид. Ну, и долго мы будем это терпеть? Анархисты. Такая же легальная организация, как наша партия, как эсеры. И пока их представитель в ОВЦИКе. Но они же арестовывают, кого хотят, грабят. Оружие им выдает Московская военная комендатура. А как ты расценишь, что они протянули руку преступникам? Мол, вы против любой власти, мы тоже. Значит, у нас общий враг — современное общество. То есть советская власть. Неужели ты не понимаешь, что именно этим братанием с преступниками они окончательно дискредитировали и себя, и идею безвластия, доведя ее до абсурда? Да это я понимаю. Ну, что установлено по ограблению резницы? Похищено все, что можно было похитить. Золотые оклады икон, митры патриархов, уникальные бриллианты, вклады царей. Рычалов у аппарата. Так. Так. К опиуму никого из посторонних не подпускать. Поставьте пулемет у склада. Ювелир патриаршей резницы говорит, что ущерб составляет 30 миллионов золотых рублей. Но дело, конечно, не только в материальном ущербе. Вот именно. Национальные сокровища России. Вот сегодня в «Русских ведомостях» напечатано письмо Бориса Савенкова. Так вот, красногвардейцы, немецкие офицеры, немцы уже не военнопленные, они товарищи. Вчера мы были рабами царя, сегодня мы рабы Ленина, завтра будем рабами Вильгельма. Да, в сочетании с воззванием Поместного собора получается довольно стройная контрреволюционная концепция. Большевики — агенты немцев, поэтому им недороги ни России, ни ее святыни. Вот-вот, ограбление патриаршей резницы для них вроде козыря в борьбе с нами. Какие предположения? Пока две версии. Первая — уголовники, вторая — владелец шкатулки, найденной у резницы. Уголовники. Так, владелец шкатулки. Угу. Две версии. А третью ты исключаешь? Третья версия — ограбление в политических целях.
для разжигания в массах ненависти к советской власти? Сомнительно. Почему? Архимандрит Дмитрий слишком порядочный человек, чтобы участвовать в подобных делах. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, напечатал. Спасибо. Ну, послушай, Леонид. Проект постановления Президиум Московского Совдепа. Обратиться ко всем гражданам Российской Республики за содействием в розыске и возвращении похищенных сокровищ. В зависимости от ценности той или иной вещи, установить вознаграждение до 1 000 000 рублей. Обратиться через комиссара иностранных дел ко всем странам с предупреждением о совершенном хищении национальных сокровищ и просьбой оказать содействие в задержании их в пограничных районах. Ну что молчишь? Как постановление? Постановление хорошее, хорошее. Только вот рассчитывать-то на помощь капиталистов не приходится. Знаешь, я вот о чем все время думаю. А вдруг это не уголовники? Ты представляешь, что на такие деньги могут сделать господа бывшие? Подумать страшно. А у меня сотрудников раз-два и обчелся. И потом совсем уж плохо, что уголовный розыск не имеет опорных пунктов на Хитровке и Сухаревке. Бандитские районы. А вот анархисты там обосновались плотно. Знаю. Союз анархистской молодежи, общество отщепенцев. Кстати, кто у них занимается пропагандой? Штерн. Роза? Я ее не видел со времени Тобольской ссылки. Очаровательная женщина. Я не удивлюсь, если под ее влиянием все хитрованцы начнут жизнь добропорядочных граждан республики. Возможно. Ну что ж, начнем с уголовников. Сегодня же нужно прощупать Сухаревку и Хитровку. Когда я к вам отправлялась, то мне говорили, что сюда придут гопники-карманники, босомыжники и поездушники, убийцы и насильники. Папиросочки закурить не буду. Нет, отвечала я, это выдумка богатых, тех, кто жирел на крови народной. Сюда придут не гопники и карманники, а те, кому благородные и благополучные помешали иначе проявить свои таланты и способности. Я верю, что среди вас были и есть люди, способные стать великими композиторами, полководцами, поэтами. И не ваша вина, что вы ими не стали. Верно. Государство, каким бы оно ни было, монархическим, социалистическим, капиталистическим, вот корень всех бед. Оно порождает рабство и угнетение, превращает человека в забитое животное, давит индивидуальность и таланты. Путь к свободе лежит через уничтожение законов и государства, создавшего их. Ну как, лекция началась? Да, началась. Народ есть? Полный зал. Облава. Передай лицу быстро. Живее, живее, не давайте им разбегаться. Свобода – это братство всех Облава. Людей, вне зависимости от их имущественного или общественного положения.
Ничего не может быть позорней тюрем и милиции. Поэтому Московская Федерация анархистских групп обратилась с ходатайством в Московский совдеп с просьбой об их ликвидации. Стой, документы! Мухомор! Стой! Стой! Стрелять буду! Где он? Поаккуратней, поаккуратней. Стой, стой! Жандарм. Здравствуй. Все просвещаешь некроманцев? А ты что, в них стреляешь? Когда-то в тюрьме они спали с тобой на одних нарах. И делились с тобой хлебом. Видишь ли, Роза, в отличие от тебя я не убежден, что при неблагоприятных обстоятельствах Лермонтов мог бы стать карманником, а Репин шулером. Я тоже верю, что преступность исчезнет. Но произойдет это не скоро. А пока... Товарищ Косачевский, Измайлова застрелили. И Синельникова тоже. Наповал обоих. А пока, как видишь, ликвидировать тюрьмы и милицию рановато. Ну что скажете, господин статский советник? Статский советник? Ошибаетесь. Революция освободила меня от всех чинов и заодно от обременительной службы в департаменте. Теперь я просто товарищ Бекетов. Из артели раскрепощенный лудильщик. Если вам нужно что-нибудь лудить, я к вашим услугам, товарищ Борин. Ну? Что же касается герба, то, как видите, он двухцветный. Червленый леопард с лазуревым мечом, две зубчатые башни. Это герб баронского рода Месмеров. Он занесен в дворянскую родословную книгу Московской губернии. Спасибо за консультацию. Честь имею. Надо бы навести справки об этих месмерах. Ты давай тут команду, а я одного знакомого навещу, соскучился по нему. Здоров, Пушок. Чего это там прячешь? Может, покажешь по старой дружбе? А? Иоанн Златоуст. Да? Точно. Я все грани пересчитал. Как это? Смотрите. А что это такое? Краткий указатель патриаршей резницы. Я его у барыги одного, Пушка. Когда в ноябре мухомор на Кузнецком ювелирный взял, у Пушка 9 украденных колец изъяли. Ну, я зашел по старой памяти. Угу. И хотя мухомор давно в тюрьме скучает... Нет, я... уже не скучает. Уже не скучает. Сегодня его на хитровке видели, он двоих наших застрелил. Значит, говоришь, Иоанн Златоуст. Выходит,
кто тебе принес камни, не знаешь. Ну вот крест святой не знаю. Ну что ж, сейчас будем вспоминать. Здравствуйте, не помешали? А что нам мешать? У нас секретов нету. Сидите, сидите. Все по совести, по правде, на чистоту. А как же? Крутишь ты, вышеозначенный. Да кто крутит-то? Ты крутишь. Да все как на духу рассказал. От тебя дождешься правды, как же. Во-во. Опять очень даже обидно намекаете. А за что? Ну, не знаю я того человека, который мне камни принес. Впервые его увидел, пропади он пропадом. А теперь вот муку мученическую зато принимаю. Крест тяжкий на Голгофу несу. Ты понесешь. Ты понесешь, как же. Контра ты, Пушков. Контра? Это я, контр, почти в пролетарском происхождении. Контра! Издевается в прошпиль его. Убью! Уведите арестованного. Что ты как... Арестованный человек лишен возможности защищаться от грубости и произвола. Я надеюсь, что все работники московской милиции это понимают, за исключением товарища Волжанина. Если подобное еще повторится, нам придется с вами расстаться. А Бушкова, видимо, все-таки придется выпустить. Выпустить? Да, на свободе он нам больше пригодится, чем в тюрьме. Все. Кого-то грабят, ну-ка направо, во двор. Милиция, дёру! Смывайся! Сука, Варнюхин, быстро! Стой! Барышня, с вами все в порядке? Ладно, хватит палить. Видишь, ушли. Климан Бафенч, шуба там вот. Принеси. Ага. Вот, вот, вот ваша шубка. Сережки. Сережки. Парфенч, дождись прихода патруля. Хорошо, Лен Борисович. Ну-ну-ну, а вы, барышня, успокойтесь. Все, все уже, все. Что делают гады? Поехали. Ну, все, успокойся. Все, Парфенч, не бойся. Успокойся. Ну что, здесь, что ли? Да, третий этаж, квартира 16. У-у-у. Ну, пошли. Спокойно, спокойно. Стой. Стоять. Спокойно. Добрый вечер. Ну, Ганс, замолчи. Какой ты невежливый. Матильда, ты предложи гостям раздеться и пригласи их в гостиную. Пойдем, Ганс. Здравствуйте, господа. Я есть Матильда Карловна. Очень приятно. Федор Карлович мой брат. Господа будут любезны раздеться. Спасибо. Витте, пожалуйста. Это что? Бриллианты? Если бы эти камни были настоящие, мы были бы очень богатые люди.
Ротшильды перед нами были бы совсем нищие. Но это только стразы. Копии драгоценных камней, сделанные из стекла. Здесь стразы самых красивых и самых больших бриллиантов мира. Вот это Кулинан, Кохинор, Хоуп, Санси. И у каждого есть своя биография. Социальное происхождение. Бриллиант буржуй, бриллиант пролетарий. Я-я. Вот это регент. Я-я, вот это. Сначала он назывался Пит. Это камень-аристократ. Но нашел его простой невольник. Он очень не хотел отдавать такую большую штуковину своему хозяину и спрятал его в ноги. В ране? Я-я, в ране. Это был очень хитрый невольник. Он попросил у одного моряка, чтобы тот его увез. Но моряк был еще хитрее. Он убил невольника, забрал камень, а труп бросил в море. А потом? Потом он продал камень за совсем мало денег губернатору Питу. А когда деньги у него кончились, он опять пошел к Питу. Но тот его прогнал. Тогда он удолжил деньги у одного товарища, купил большую бутылку рома и всю ее выпил. Удругал Пита Швайн свиньей за то, что тот его обманул. А потом ему стало совсем грустно, и он повесился на веревке. А губернатор Пит продал камень за 4 миллиона франков герцогу Орлеанскому. Регенту Франции. Матильда Карловна, а где здесь камни из патриаршей резницы? Не здесь. Нет? Вот это. Иоанн Златоуст. Да. Да, да. Ну что ж, господа, я вам отдам все эти стразы на время, разумеется. Если ваши агенты найдут камни резницы, они смогут потом их слечить. Часть похищенного мы уже нашли. Gehst du in dein Arbeitszimmer? Nein. Gib mir den Frühstück, bitte. Schneller, bitte. Bitte? Danke. Nein. Schade, sehr schade. Нет, господа. К сожалению, это не Иоанн Златоуст. Не назовите, danke schön. Это не бриллиант, господа. Это страз. Не может этого быть. Я все грани пересчитал. Я не знаю, что может быть, а что быть не может. Но это не бриллиант. Я немножко умею отличать стразы от бриллиантов. А посмотрите, пожалуйста, еще раз. Видите ли, молодой человек, если по бриллианту провести карандашом из алюминия или магния, следа на нем не останется. А на стразе всегда останется еще. Бриллиант можно держать в руке. Час. Два. Он останется таким же холодным. А страз? Ну, страз не очень гордый. Он не откажется от вашего тепла.
Страс станет таким же теплым. Но огорчаться не надо, господа. Это очень точная копия с Иоанна Златоуста. Здесь точно изображена не только верхняя часть камня, коронка, но и нижняя часть, павильон. Точно изображена нижняя часть камня? Да. То есть вы хотите сказать, что изготовитель этого страза видел Иоанна Златоуста без оправы? Да, вероятно. А он не мог быть знаком с вашим собранием стразов? Нет. Я его никогда не показывал ювелирам. Любопытно. Чудный страз. В нем прекрасно передан весь огонь бриллианта. Вот это мне, к сожалению, никогда не удавалось. Простите. А кому удавалось, Федор Карлович? Ну, такой мастерски сделанный страз я видел один раз в жизни. Это был фальшивый Норе, мне его показал профессор Карташов. Он был экспертом по этому делу. Так вам... Тогда поговорим о фальшивом Норе. Жил некогда в Москве богатейший купец Арставин. И был у него сын Михаил. Так вот, однажды Миша приходит к отцу и приводит некоего голландца, который предлагает купить у него синий бриллиант сказочной красоты. Арставин вызывает своего ювелира Павлова, и тот приходит в полный восторг от этого бриллианта. Однако же Арставин, видимо, что-то заподозрил и от покупки отказался. А через неделю в биржевых ведомостях появляется маленькая заметка, что, мол, в Амстердаме похищен знаменитый синий бриллиант Норе. Короче говоря, Арставин посылает Мишу разыскать голландца, однако выясняется, что к тому времени бриллиант уже был куплен ювелиром Павловым. Арставин бросается к Павлову, и тот соглашается уступить ему бриллиант за 50 тысяч. Но потом обнаружилось, что бриллиант фальшивый, и было возбуждено дело о мошенничестве. И кого же судили? Никого. Павлов отравился. Мишу Арставина отец выгородил, хоть и подлец, но свой. Вы считаете, тот страз сделал Михаил Арставин? Михаил Арставин мог сделать только подлость. А страз сделал или Павлов, или голландец. Но голландца и след простыл. В Голландию уехал. Молодой человек, если вы все-таки выпьете рюмку водки, тогда вы сразу поймете, что этот голландец был или... рязанского или калужского происхождения. Вы совершенно напрасно так пренебрежительно относитесь к своим. Русский народ весьма талантливый. Значит, мизмеров трое? Да. Вот справка. Отец мизмер Григорий Петрович проживает по этому адресу. И двое его сыновей. Олег и Василий мизмеры. Опять электростанция. Да, господин Борин, плохо с топливом в Москве. Олег Григорьевич Месмер. Образование получил в Николаевском кавалерийском училище. В 1912 году вышел в отставку и постригся в монахи. В настоящее время монах Валаамского монастыря. В иночестве Афанасий. Валаамский монастырь. Забавно. Что забавно? Забавно то, что старший сын генерала замаливает свои грехи именно в Валаамском монастыре. После побега из ссылки я скрывался там от жандармов. А еще забавнее то, что настоятелем монастыря в то время был архимандрит Дмитрий. Резничий. Патриарши Ризницы? Так, значит, шкатулка-то принадлежит Месмеру-младшему. Да, Месмеру Василию Григорьевичу. Валаамский монастырь. А что удалось выяснить о Василии Месмере? Есть справка.
Василий Месмер. Учился в Институте инженеров путей сообщения. Курсы не закончил. Поступил в Павловское военное училище. Участвовал в боях. Трижды ранен. Награжден золотым оружием после февральской революции в чине гвардейского полковника. Исполнял обязанности заместителя начальника царскосельского гарнизона. Имеет жительство в Петрограде. Прошу. А в Москве он бывает? В прошлом году несколько раз навещал отца. А в этом году? Ни швейцар, ни дворник его не видели. Леонид Борисович, может, мне стоит съездить в Петроград? Да нет, Петроград поедет Сухов. А вы займитесь розыском изготовителя стразов. Понимаете, Виталий Олегович, судя по объяснениям Кербеля, он имитировал камни, вынутые из оправы. Значит, уже после ограбления резницы. После. Мужчину вином не угостите. Только водой из фонтанки, но она грязная. Василий Григорьевич. Графиня? А вам не кажется, графиня, что вся эта конспирация напоминает плохой любительский спектакль? Какие новости? К сожалению, ничего нового, Василий Григорьевич. Просили только узнать, сколько потребуется времени, если придется срочно реализовать ценности. Не более 7 дней. Патруль. Извините. Патруль. Вы не светский человек, Василий Григорьевич. А могли бы солгать? Знаете, вот играя в любительских спектаклях, я не выносила репетиции. Я всегда предпочитала экспромты. Это вам на будущее. Фронтовик? Так точно. За что, Георгий? Брусиловский прорыв. Дали мы немцу. Покорно благодарю. Голодные обыски в Питере! Ограбление патриаршей резницы в Московском Кремле! Дай газету. Спасибо. Купайте газеты! Ограбление патриаршей резницы! Разрешите, Леонид Борисович? Да-да, пожалуйста. В архивах уголовного дела о фальшивом бриллианте Норе не оказалось. Очевидно, сожжено, как и все дела в 17-м году.
Продолжайте, продолжайте, Виталий Олегович. Присаживайтесь. Благодарю вас. Мне удалось разыскать вдову ювелира Павлова. Она подтвердила, что помнит визит к покойному супругу, голландца и Михаила Арставина. У нее такое впечатление, что Михаил Арставин и голландец были давно знакомы. Павлова сумела описать этого голландца? Да. Невысок, черноволос, над правой бровью розовый шрам. Я думаю, фальшивый Норре изготовил он. Но полной уверенности у вас нет. Извините меня, но мне кажется, что в наше время быть в чем-нибудь уверенным вполне невозможно. Я, например, совсем не удивлюсь, если завтра буду работать, скажем, в артели раскрепощенный лудильщик. Но зачем вы так? У нас нет оснований расставаться с вами. Да, спасибо. Просто, вы знаете, иногда так смотрят в спину. Может быть, это и справедливо. Дворянин, бывший. Кстати, Виталий Олегович, давно хотел полюбопытствовать. А почему вы своим поприщем избрали именно сыскную полицию? Вы считаете, грязная работа? Ну зачем вы так сразу? Этот род деятельности предполагает много редких качеств. Ум, например. Ну просто, насколько я знаю, дворянство-то сыскную полицию не жаловало. А вы все-таки пошли, почему? А вы не поверите. Игра воображения. Вы никогда не играли в сыщиков-разбойников. А я играл. И не только в младенческом возрасте. Вы знаете, к 6 классу я уже был шефом криминальной полиции Франции, Видоком. Так же, как и он. В прошлом преступник. 3 бежал с каторги, а потом вдруг неожиданно предложил свои услуги правительству Наполеона I. За год я выловил в Париже почти 1000 преступников. Блестящая карьера. Но главное, она продолжалась. Потом я стал Аланом Пинкертоном. Да, вот даже трубку завел. И основал Национальное бюро сыскное. И раскрыл заговор против президента Линкольна. Ну, а после гимназии в кого вы играли? В Фуше? Нет, Леонид Борисович, не угадали. Потом я играл обыкновенного честного полицейского чиновника, который не берет взяток. Но это глупая игра, не правда ли? Возможно. Но во всяком случае оригинальная. В нее не играли ни Видок, ни Пинкертон. Надеюсь, она вам не наскучила. Вы знаете, что самое любопытное, Леонид Борисович? Мне кажется, мы с вами поладим. Я в этом просто уверен. Я сегодня смотрел материал по делу Барри. Барри. И вот что... Да, это фабрикант. С него бандиты потребовали 300 тысяч выкупа или обещали вырезать всю семью. А, да. И вот что изъято у главаря банды. Витус. Да, комендант дома анархии. Ха. Да вы курите, курите. Спасибо. Гнусные, трусливые слова. Подчинение закону мы заменяем словами отрицание всяких законов и восстание против них. Всегда и везде помни это высказывание Кропоткина, Сеня. Твой друг Витус. Скажите, а как вы оцените влияние анархистов на хитровки? Популярны, весьма популярны. Популярны. Ага. Ну, а раз они популярны, не приобщить ли их к делу? По розыску ценности и резницы. Анархистов? Ну, а почему бы нет? Я думаю, что главари этой самой федерации анархистов не будут в восторге, если кое-какие детали из дела Барри появятся в печати. А? Ох, Леонид Борисович, представляю, как с вами мучились агенты охранного отделения. Простите. Косачевский. Хорошо. Василий Месмер выехал в Москву.
посмотрите. Ой, здравствуй, моя дорогая. Как я рада. Спасибо. Спасибо. Интересно. Вместо того, чтобы сразу поехать к папочке, господин барон отправился в буфет первого класса. Странно. Впрочем, я не специалист по психологии гвардейских офицеров. Когда-то в ресторане Николаевского вокзала была одна из самых лучших кухонь Москвы. Там подвязался поваром некто Деборг. Паштеты готовил. Да, но я не думаю, что месьмер такой же гурман, как и вы. Деборг уехал. Ну что ж, тогда будем считать, что мисс Мэр посетила ресторан Николаевского вокзала, что, по старой памяти, что ли? Бывает. Приходит же на могилу первой любви, чтобы уронить слезу и положить букет роз. Офицер, угостите папироской. Что, без работы? Мужчин всегда хватает. Пошли, я тут неподалеку. Нет уж, в другой раз. Пошел. За ним. А, это вы. Заходите, пожалуйста. Господин Кербер получил мою телеграмму? Да. Почему не встретил? Федор Карлович. Он дома? Найн. На Покровку пошел. Понял. Мисс Смерта, оказывается, знаком с ювелиром патриаршей Ризницы. Кербелем? Да. А куда он поехал от него? Да вот судя по адресу к отцу. Наши там? Да. Продолжать наблюдение? Нет. План действий таков. Вы оба к Кербелю, обыск и самый тщательный. Понятно. А я займусь мисс Мэром. Все-таки решили брать? Да. Брать, брать и немедленно.